Хочу вам рассказать о рецепте моей мамы. В случае, если у вас нет рядом ни врача, ни фельдшера, ни аптеки рядом, даже гомеопатической аптечки с собой случайно не оказалось у вас. А что же делать? Боли в горле, сильные, сложно открыть даже рот, глотать больно, температура. И вот на помощь приходит сок свеклы. Любым способом вы можете отдавить, поделить на терочку и через марлечку отжать. Хотите через соковыжималку. Но бывает условие, что и соковыжималки не работают. Натереть свеклу, отжали сок и на водяную баню поставили сок, хорошо прогрели. И этим соком вы получите 4, 6, а то и 8 раз в день по глоточку, насколько вам позволяет ваше горло, насколько позволяет вам ваше состояние полоскать. И, о чудо, очищаются миндалины, даже если есть абсцесс, абсцесс скрывается, восстанавливается самочувствие, температура снижается, и вы работаете не против сил организма. Это не есть подавление. Вы очистили ваши миндалины, вашу иммунную систему, привели в правильный режим работы. Так что это может быть помощь и при лечении гомеопатическими препаратами, так же, как вспомогательный метод.